Друзья, в этом видео я расскажу, как зарегистрироваться и активировать пакет на сайте Tron Thunder с помощью системы PR. После того, как вы перешли по ссылочке на регистрацию, вы попадаете вот на такую форму. Заполняете все нужные поля, email, фамилия, имя, страна, два раза пароль. Теперь нам нужно взять TRX адрес. Где мы его будем брать? С недавних пор в кошельке PR появился раздел TRX. Он может быть у вас в любом месте. У меня он здесь вверху. У кого-то он в самом низу. То есть внимательно пролистайте, найдите свой кошелечек PR. Как нам нужно взять адрес? Нажимаем «Вывести». Стоп, извиняюсь. Нажимаем «Пополнить». Все. Вот наш кошелечек Tron в системе PR. Нажимаем «Копировать». Возвращаемся на нашу форму регистрации. Вставляем вот в это поле. Все есть. Нажимаем «Регистр». Теперь нам необходимо пополнить наш счет, чтобы купить пакет. Например, мы выбрали самый максимальный пакет за 1200 TRX. Нажимаем «Buy». Нам показали номер кошелька TRX, который нам нужно пополнить для того, чтобы активироваться на сайте и получить самый максимальный пакет. Мы его копируем. Опять возвращаемся в наш кошелек Tron. Теперь нам нужно получить эти TRX. У нас их 0, но мы их можем обменять внутри нашего кошелька. Допустим, у нас есть рубли. Мы нажимаем вот сюда, вот, где это внутри системный обменник. Выбираем кошелек, с которого будет списано счета. Например, рубли. Здесь выбираем наш кошелек TRX. Нам нужно, чтобы хватило 1200 TRX плюс комиссия. Пускай это будет 1205 TRX. Мы видим, что с нашего счета будет списано 9423 рубля. У меня сейчас не хватит столько рублей, поэтому нажимать «Обменять» я не буду. Ну, принцип вы поняли. Дальше опять мы возвращаемся в наш кошелек PR. Наш TRX уже пополнен. Теперь нажимаем «Вывести». Мы скопировали совсем недавно кошелек, который нам нужно пополнить. Его мы вставляем вот сюда. Вставляем сумму, которую мы хотим отправить. Мы видим, комиссия даже не 5 тронов, всего лишь 2 трона. И нажимаем «Перевести». Все, через 10-15 минут наш кабинет на сайте Tron Thunder будет активирован. Всем хороших заработков и до встречи!